Здравствуйте, друзья! Сегодня я вам покажу динамики с диффузорами из натурального шпона. Вот такая неописуемая красота у меня в гостях. Собственно говоря, почему эта красота может вас заинтересовать? Прежде всего потому, что диффузор, его материал, его технология изготовления, его форма огибающей, является собой некое произведение аудиоискусства. То есть излучатель – это самый основной элемент, формирующий звуковую волну, характер звучания вашего сетапа. Вот какие вы динамики используете, какие там диффузоры стоят, вот так вот он и звучит. В принципе, это узнаваемо. Но не всегда, конечно, и не каждым человеком специалист, технолог, который занимается разработкой этих самых динамических головок, он должен, в принципе, смочь угадать, скажем, какой динамик играет, в смысле, какого размера, какой материал диффузора, даже частоту резонанса. Кстати, у меня был коллега, молодой парень, который реально на слух вот так вот угадывал частоту. Это любопытно. Так или иначе, диффузор, как я уже говорил в своих обзорах, это очень важный компонент, составляющий подвижную систему динамической головки. Потому что материал этого диффузора, собственно говоря, является обычно ноу-хау каких-либо фабрик, имеющих авторские работы в динамикостроении, скажем, и является их визитной карточкой. Скажем, вот Дали, например, вы можете угадать прямо по внешнему виду динамика. Если кусочек диффузора вам показать, вы скажете, вот это вот Дали конкретно. Потому что он узнаваемый, сделан из узнаваемого материала. Уже не говоря о ноу-хау, которое там у них внутри, с магнитной системой, еще чем-то. Сейчас я говорю только о диффузорах. Ну, потому что просто мне очень хочется похвастаться этим динамиком, которых я много использовал в свое время. А почему, расскажу потом. Это отдельная история. Видите, у него есть пуля, у этого динамика такая из латуни, бронзы, меди, не знаю с чего точно. И катушка внутри вентилируется воздушным потоком, проходящим между пулей и в зазоре здесь вот. Диффузор я покажу вам более детально. Сейчас некая предыстория этого всего. Почему шпон? Вы можете спросить. А почему не шпон? Какой материал нужен, какой материал лучше. В том-то и дело, что лучшего материала в данном случае нет. Каждый из них обладает набором свойств, которые позволяют достичь какого-то результата, который, очевидно, конструктора в него вложили. То есть идея самосоздания динамика, она что-то преследует. Вот, например, есть динамики из алюминия, из бумаги. Я лично очень люблю динамики из бумаги. Вот я сижу на сабвуфере с большим бумажным таким лопухом, который хлопает таким же образом, как на концерте, и меня это просто бальзам на раны. Я очень люблю такой звук. Он неправильный, просто я на нем родился, вырос, и мне он очень нравится. Не, ну почему неправильный? Причем вся про-аудиотехника делается на бумажных диффузорах, мне неизвестно. Хотя, честно, не буду вдаваться, я в про-аудио не силен. Итак, что такое шпон? Откуда они взяли эту идею? Я не знаю. Это японско-китайская заморочка. Мне подана была, как это диффузор из какого-то там хитро сделанного дерева, пропитанный потом девственниц, которые собирают какую-то росу на северном склоне горы Фудзияма в первую ночь весеннего солнцестояния. Что ты сказал такое? Ну, мне тоже долго что-то говорили по-английски, перемешивая это все с японскими и китайскими словами. Поэтому я сам для себя создал такую легенду. Мне это очень нравится. Девственницы. Под девственниц, девственницы не бывает. Хотя, стоп, сегодня среда, сегодня четверг. Сегодня не о девственницах, сегодня о динамиках. Итак, динамик. У него размер 8 дюймов. Мощность 30-40 ватт, но на самом деле 5 ватт вполне хватает, чтобы его раскачать, потому что он, ну, сравнительно довольно чувствительный, там около 90 дБ у него на 2,83, вот 6 Ом импеданс, насколько я помню, хотя параметры я вам еще покажу. Но это не главные параметры, главное, конечно, это добротность, частота основного резонанса, эквивалентный объем, ну, вы знаете, да,
что можно из него сделать. Да разное из него можно сделать. Я тоже покажу далее возможности акустического оформления этого динамика. А сейчас я вам просто покажу детали этого динамика крупно, как только смогу. Я не шибко такой большой мастер предметной съемки, но надо показать, потому что такой класс вообще. Где вы еще такое видите? Вот давайте я вам попытаюсь показать крупно этот динамик. Вы видите литую корзину, подвес. Тензеля, провода, подающие сигнал от клем к звуковой катушке. Этот подвес. Surround, так называемый по-английски. Сам диффузор, не знаю, как мне удастся крупно его показать. Вы видите, он имеет два излома, по крайней мере, видимых, и третий еще к звуковой катушке, там тоже излом. И сам Surround вот такой вот, из такого вот материала, даже затрудняюсь сказать, как он называется. В принципе, все чистенько, чинно, благородно. У динамика в магните есть такое отверстие, через которое винтом крепится пуля. Вот эта вот красивая латунная из латуни пуля крепится винтом, и ее можно центрировать. Если отпустить тот винт, то здесь он двигается, и можно отрегулировать зазор. Упакованы эти динамики вот в такие вот коробки картонные. Упакованы довольно надежно. В частности, я их получал и пересылал, и перевозил многократно, и ни разу не было никакого механического повреждения. Вот такие вот вставки, вроде бы не затейливые, такие простые, а динамик на них можно ложить совершенно спокойно. Хотя здесь все равно не выступает, почти не... А, выступает, чуть-чуть таки выступает, между прочим. Не знаю, смогу ли я вам показать. Наверное, не смогу. Ну, поверите на слово. Так вот, будь утопленный в эту пластмассу, динамик, в общем, много чего не боится. То есть его можно свободно брать, перемещать, ложить и так далее. Итак, вот сайт производителя, который делает эти динамики. Надо сказать, несмотря на то, что эта китайская фирма даже не утрудила себя созданием приличного сайта, она довольно популярна и имеет длительную и очень эффектную историю. В частности, они выпускали динамики, например, для компании JVC, если правильно произносить на самом деле. Называется она Dunhuang White Sound Electronics, но судя по написанию адреса сайта, я ее называю GUI Sound, и они, по-моему, сами также ее называют. Люди довольно контактные, хорошие, живут в далекой-далекой провинции, и, ну, в смысле, не в столичных городах больших, фабрика небольшая сама по себе, однако вот вы видите ее параметры здесь, на сайте, в квадратных метрах и так далее. Но достаточно сказать, что они пускали для JVC и не только для них. В частности, я на территории этой фабрики увидел до боли знакомые динамики, широкополосные легендарные динамики, и попросил продать мне их. Мне сказали, пожалуйста, бери, но только без лейбы. Почему без лейбы? То есть не брендированные. Потому что мы не можем продавать брендированные. Брендированные покупай, собственно, у владельца бренда. Я с ним списался, приличный парень. Он мне сказал, что только не говори никому, что ты их там видел, потому что бренд считается американским и выпускается и продается на территории США. У нас здесь с этим довольно строго. Ну, я не говорю и вам не скажу. Просто намекаю на то, что если вы имеете какие-то динамики приличного, известного, звонкого имени бренда, то не раскатывайте сильно губу, где они сделаны. Однако, с другой стороны, могу сказать, что трудолюбивые, сухонькие, чистенькие китаяночки, которые работают на этих фабриках, и тут есть и тур, по-моему,
Вот воркшоп, там все это видно, где это происходит, как это работает. Так вот, они, эти китаяночки, на меня и китайцы производят, ну, у меня на них больше надежд, чем на ленивых, потных датчанок или финнок, которые одной левой ногой кое-что у себя там на фабрике делают 1,5 часа в сутки за чумную зарплату. Так вот, здесь как заплатишь, так и поедешь. В частности, здесь делаются динамики довольно дорогого ценового диапазона. Себе же я нашел здесь Wooden Con Driver. Вот они. Динамики с диффузорами из шпона, которые мне очень понравились и внешне, и на слух. И главное, мне понравилась возможность заказать именно то, что ты хочешь. Здесь той модели нет, которую я заказал. У меня 8-дюймовая динамика, где-то еще есть 6,5 дюймов, несколько штук осталось. Вот такие вот дела. То есть звонишь на фабрику, ну, я приезжал в данном случае, жил там даже некоторое время, и договариваешься, что тебе нужны динамики с такими-то параметрами. Я не технолог, я не готов сказать, какой там должен быть зазор или BL, или другие какие-то параметры. Я им сказал, для чего мне это нужно. Они при мне составили буквально спецификацию, по ней выпустили динамики, отправили ко мне их тихим ходом в город Стольный град Киев. Единственное ограничение для вас тоже, возможно, это будет препятствием, это что минимум order quantity, то есть минимальное количество заказа у них не самое слабое. То есть здесь нельзя купить пару динамиков или две пары. Это количество начинается от 100 штук. Ну, на крупных динамиках, а здесь есть довольно крупные динамики, 15 дюймов и так далее. Конечно, они продают и меньше, но все равно это будет такая заметная кубатура, прямо скажем. Да, так вот, динамики увидите здесь, можно заказывать и с пулей, и с пылезащитным колпачком, то есть разный дизайн, литые корзины, штампованные, как хочешь, конечно, от этого пляшет цена, ну и от параметров, которые ты заявляешь тоже, потому что если ты накинешь там что-нибудь высокочувствительное или с чумными белями, то тебе и цену, собственно говоря, заявят. Что касается динамиков, которые я вам показываю, вот их параметры телесмол, это такая кастомная версия динамика так называемого 211 мм внешний диаметр, ну они так модели называют по имени, по размеру, собственно говоря, корзины, прям скажем, это не диаметр, но считается, что это 8-дюймовка в любом случае. Заметно, что здесь 34 Гц. Частота резонанса и QTS 0,34, что делает ее, эту головку, в общем-то, универсальной. Например, в частности, применение она может найти и порты, то есть с фазоинвертором. Вот вы видите, 39 Гц можно получить в 17-18 литрах. Хотя там, если попыхтеть, то можно X-Bus какой-нибудь в 27 литрах. Ну-ка посмотрим, сколько там будет чего. Ну вот будет чуть-чуть поглубже еще будет, понимаете, вот будет 35 Гц можно достичь, но все это с потерей некоторой чувствительности, а в плане closed box, то есть закрытого ящика, если выбрать оптимум, это 8,3 литра получится, то сейчас как-то тут сделать быстренько, чтобы вам показать. Ну вот, получится нечто со срезом 83 Гц по F3. А, тоже довольно приличное. Я, между прочим, делал такие колонки в 12 или 10 литрах, я не помню, с тем, чтобы воспроизводить на них приличную какую-то музыку без оттягивающего низа или подпереться буфером, если уж очень захочется, прям скажем. Процесс создания такого динамика непрост. Вот вы видите, как берется некий шпон и обрезается, разумеется, выкройка создается и сворачивается со штамповкой. Вы видите, что в моем динамике несколько слоев, не слоев, а как это сказать, несколько плоскостей, которые нельзя сказать, что это просто кон, такой какой-то конус. Не простой конус, как вот здесь, вот, например, нарисован, а довольно-таки сложно, что, в общем, и не мудрено. Вот, дорогие друзья, поэтому, когда я нашел эти динамики, мне не очень понравились, мне пришлось их купить целый вагон и маленькую тележку, у меня он небольшой вагон и тележка еще остались,
Если кому надо, могу продать. Кстати, это пост совершенно коммерческий. Я хочу их продать. Я считаю, что они достойны быть в работе у аудиолюбителя, который в состоянии им воспользоваться даже как конструктор, просто как конструктор. То есть использовать диффузор и корзину литую с магнитом, если надо перемагнитить магнит, если надо заменить катушку звуковую, зазор поменять. То есть если вы чувствуете себя в силах и вам есть что сказать в этой области. Я лично никогда этого не делаю. Имеется в виду, не лезу в конструктив динамика. Я ими оперирую как готовым законченным блоком, как черным ящиком, на базе которого я могу создать тот или иной букет, аудиобукет, который предложить в качестве уже готовой акустической системы. Вот такая вот история, друзья мои. Если вам понравилась эта тема диффузоров, как инструмента подачи звуковой волны к вам, то я могу, в принципе, продолжить, я могу сделать обзоры на другие материалы для диффузора и другие параметры диффузора. Обращусь, конечно, к экспертам, потому что я не технолог, и в этом довольно мало понимаю. У каждого своя работа, вы должны понимать. То есть я не хочу выдавать желаемое за действительное. Но мне же несложно обратиться к мастеру, который в этом деле разбирается, правильно? Если он мне не откажет. А если вам понравился этот динамик, вы, во-первых, можете его купить, я вам с удовольствием его продам. И могу попробовать показать какие-нибудь колонки на базе этого динамика, который я когда-то делал, потому что у меня есть телефонная книжка, в которой есть какие-то адреса, если они еще живы, так сказать, адреса имеются в виду. Люди наверняка живы, конечно. Да, я вам покажу. Ну, посмотрим. Друзья, все от вас зависит. Пишите, звоните. Не, лучше пишите, звонить не надо, я трубку не беру. Ну, в смысле, в мессенджерах там могу, да. А это нет, это нет. У нас, кстати, считается неприличным звонить, потому что получается, что ты отрываешь человека от каких-то дел. Это неприлично. То есть напиши, что ты хочешь. Я обдумаю, я отвечу. Если надо оперативно, там что-то уже горит, так оно и так загорит, что звонит. А может, это с возрастом просто пришло. За сим прощаюсь. Мне самому этот выпуск очень нравится. Между прочим, не знаю, как вам. Пишите, звоните, я навеки ваш. Здравствуйте, друзья. Сегодня я вам покажу динамики с диффузорами из натурального шпона. Вот такая неописуемая красота у меня в гостях.